Всем привет! Вы на канале Crazy True, и сегодня я расскажу вам о том, почему женщины так много говорят. Погнали! Антрополог Хелен Фишер в книге «Анатомия любви» приводит 5 причин, из-за которых женщины не являются немногословными существами. Первое. У нее больше практики, она ведь начала раньше. Девочки в среднем начинают говорить предложениями почти на полгода раньше мальчиков. Второе. В ней бушуют эстрогены. Эмоциональное возбуждение, вызываемое гормональными колебаниями, можно снизить энергичной речью. И если девушка сегодня особенно не способна помолчать хотя бы минуту, вероятно, она в середине своего месячного цикла. Третье. У нее ребенок. Способность ребенка к лепетанию напрямую связана со способностью его матери к произнесению миллиона ути-пути в минуту. Взрослому человеку это «кто у нас малышастик, головастик, пусечка, кукусечка» слушать невозможно, а для ребенка важнейшая языковая практика. И хорошо, что инстинкты матери заставляют ее ворковать так неудержимо. Четвертое. Речевая коммуникация для женщины была важнее, чем для мужчин. Мы занимали высокое место в иерархии благодаря силе, скорости, смелости и лидерским качествам. Женщины, поддерживая максимально дружеские контакты со всеми членами своей группы. Пятое. Ей нравится звук ее голоса и сплетаемые ею слова. Речевые тренировки доставляют ей удовольствие. Как атлету нравится смотреть на свои идеально работающие мышцы в зеркале спортзала, так женщине нравится говорить красиво, говорить эмоционально и говорить, и говорить, и говорить. И на этом у нас сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Этим вы мотивируете нас на выпуск новых, еще более интересных видео. Пока-пока!